болеет? А ты вот не хочешь? Нет. Да все этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Там, в постель. Слышь, чего говорю? Фаербол – это хорошо. Фаербол – это надежно. Даже если кудесник раскопает чар стрелы, юзлис секрет и айсланс, фаерболом всегда можно дать по голове. Хорошая шутка, Лёшка. Даже если это хорошо, вес это надежно. Даже если даст осечку, таких всегда можно дать по голове. Я думал, с монетки огра стоит, но под секрет теперь стрёмно. Что под пантеру монетку отдавать, что под, не знаю, под пристрав тоже монетку отдавать стрёмно. Так грустно и очень обычно все шло. Ух ты ж, ёптель. Шло. Да, опасненько. Да я вижу, что не промахиваешься. Это и так видно. Либо пантера, либо блич пакет. Ну, короче, там много вариантов, но не змеи, не фриз. Сука, не промахнулся, да? Что, Алекс, что случилось? Иди сюда. Две бабушки у тебя? Наши морды. Ёпта. Тем теснее наши ряды. Проблемки, Алекс, у нас проблемки. Спасибо, меньше, чем ты. Не за что. Приходите к нам еще. Это какой-то опасный хантишка. Бабушка, бабушка, самопальщик. Темно как-то. Вот как фонтан надо собирать. Вроде комнаты, но это имба карты. Что? Что надо? Ой, нужен спылец какой-нибудь. Прям срочно спылец. Не, он все равно сам отдастся сейчас. Слушай, ну это жесть какая-то просто. Просто жесть. Просто жесть какая-то. Декан и десратлах. Две бабки с десратлом, самопальщик с десратлом, пауки с десратлом. У тебя вообще есть из десратлах карты? Да, ничего, хантишка на арене такой. Ебать. Вот это арена, то я понимаю. А зачем, кстати, выстрелил, прежде чем отдался? Не, может, вначале отдаться, может, там, зверь за две маны, как ингиена, например. Бабушку зачем-то не открывает. Пентрайк, что ли, боится? Это, конечно, анал карнавал, ребята.
И вот тут мы вспомним фаербол, да, который мы не взяли. Ну, вроде мы стол отбили, но мы очень ненадежно его отбили, у нас там сколько говна всякого. Будем надеяться, что там очень слабый зверь. Иначе провал-провал еще. Сейчас на зоту поставить, да, это будет стрёмно. 7 карт у чувака. Ух. Я вот не уверен, мы на арене играем или как? Тут у ребят у меня есть некоторые сомнения в этом. Не могу разобрать. То ли арена, а просыпаюсь, хуй драчу. Большой, но чисто любви. Не ходи, сейчас овцу раскопаю. Да кто же не хочет? Вон у него, вон бездесратов, смотри. Да, есть и бездесратов. Вот бездесратов у него карты. Ладно, копаем овцу, смотри. Можем портал дать. Кстати, портал неплохо, может быть. Но там гиены вылезут. Но все равно портал неплохо, причем портал надежно. Так, либо мы копаем ненадежную овцу, либо мы даем надежный портал. Спектрал, спасибо за подписку. Чё думаешь? Как играем, надежно или как? Ну, допустим, мы даем портал. Там 4 гиены, собачник и хухуран, с которыми хуй знает, что делать. У нас корова без бабла, пятерка. Ладно, портал. Скриптованная карта. Кто какой-то пацан? Зря сегодня в Харстон пошел играть. Фэрбол был бы лучше. Возможно. Это я спустил собак. Да что ты такой вообще? Что ты вообще такое? Короче, флеймстрайк с топ-деком. Что хочешь, то и получишь. Близер, конечно, неплохо, но мы умираем прямо сейчас. Но в остальном, да, в остальном близер неплохо. Пойдешь на открытие врат анкеража? Не, не пойду. У меня тут свои дела, как видишь. Я в Харстон играю. Бисеринку играем. Чем-то не похоже, да? Что один уродец, что другой уродец. Он меняется как еблан, не знаю, он так плохо играет. Он не заслуживает победы, ребят, он реально играет очень плохо. Он еще может проиграть с такой игрой. Он реально играет очень-очень-очень-очень плохо. Он может проиграть. Он все сделал не так, все сделал не так. Прикиньте, мы выиграем эту партию. Это будет что-то невероятное. Это невероятно. Давай, соберись, гном, мы еще можем выиграть. Он полностью дурак. У него дека с собой принесена. Он дурак. Давай, гном, соберись. Сейчас попрет.
Что хочешь, то и получишь. Замерли стрелки часов. Точку от бомбания под Тбилиси. Это будет победа. Победа, ребят, пацаны, будет. Победа! Вот и флэмстрайк подвезли. О чем он думает, интересно? Наркоман какой-то. Смотри, смотри, в каком порядке он сыграл эти карты. Может было сыграть их в по-другому порядке, но нет. В другом порядке это лоховство. Мы сыграем именно так. Неужели мы это выиграем? Это просто жесть какая-то. Ну, вообще, может быть, да. У нас, значит, не очень много хп, но ситуация полностью под нашим... Блядь, третья бабушка. Я не то, что бабушек не любил, но сколько можно. Не то, чтобы у меня были какие-то претензии к бабушкам. Но совесть-то надо иметь. Сначала Криоманка, потом Эфириал. Да не было карты, которую я бы сыграл в ущерб Криоманке. В смысле, вместо Криоманки. Даже овцу бы я не сыграл. Ты можешь придумать спел, который надо было сыграть с этого, с Эфириала? Ко мне полный. Ну все, мы победили. Охренеть. Охренеть. Бывает же такое. Я даже не помню, было ли у меня когда-нибудь такое.